Сегодня хочу возобновить рубрику «Полностью домашнее цветение моих орхидеек». И отдельное место занимает эта необыкновенно красивая орхидея, просто изумительная красавица с названием «Тулон». Она настолько необычная, мне кажется, вот именно эта орхидея вобрала в себя, впитала просто все, что можно от самой лучшей, от всех орхидей, которые существуют. И необыкновенно красивая губа, такая яркая, такая острая, очень четко очерченная оранжевая губа с обалденными, очень длинными, закрученными флуоресцентными розовыми усами. Фактура цветка матовая, и у нее очень хорошо, тактильно ощущаются вот эти вот пупырышки, вот эти вот веснушечки, такие вот темные, они прям бархатные. Сам по себе цветок матовый и бархатный, а вот эти вот пупырки и вот эти вот точечки, они такие вот прямо тактильно ощущаются еще больше. Размер цветочка 7,5 сантиметров, длинная удочка, цветонос 70 сантиметров. И розетка заслуживает особого внимания. Розетка такая немаленькая, розетка с темными, мясистыми, плотными листами. А ее вот эта удочка, это, конечно, что-то. 70 сантиметров, вот длинный такой цветонос. И я хочу сказать, что выращивала она этот цветонос недолго. То есть достаточно активная такая орхидейка. Плюс к этому она любит попить. Я ее не пересушиваю, она такая водохлеб, то есть это тоже стоит сказать, потому что есть такие сорта, на это стоит обратить внимание. За счет того, что она быстро развивается, ее корневая система очень активная, она и хорошо поглощает воду и пьет. Фактически полный распуск у меня здесь у этой орхидейки. В общем, такая она особая, вот согласитесь, просто особая орхидейка. А здесь я составила такую красивую композицию из... для любителей, так скажем, персиковых орхидей, персиковых терракотовых, вот таких вот нежных орхидеек. На заднем плане красавица Golden Apple и водопад из цветов белых, необыкновенно красивых. Это от Mickey Crystal Water. И, конечно, звезда нашего выпуска, орхидейка Тулон. Вот так вот красиво составлены мои персиковые орхидейки. Я обожаю такие оттенки орхидей. Еще я люблю собирать белые крупноцветковые орхидейки. Они очень хорошо ложатся фоном среди разноцветных, пестрящих, таких вот искрящихся каких-то оттенков других орхидей. Белые очень хорошо объединяют в единую композицию все наши разноцветия и буйство цветов у других сортов.